В минувшие выходные в рамках празднования Дня защиты детей прошло увлекательное занятие «Игра в страйкбол». Инициатором, организатором досуга для погибших участников СВО выступил председатель Комитета Народного собрания Республики Дагестан по образованию и науке Елена Павлюченко совместно с членами Общественной палаты при МВД региона. Уже не первый раз мы сотрудничаем и дружим с Общественным советом при МВД Республики Дагестан. Члены этого совета, вот Магомед Салам Халилов и другие, они вот, ну, заточены на то, чтобы ребятам как-то вот привить нужные качества, мужественность, патриотичность и отношение патриотическое к родине. Поэтому эти мероприятия у нас, они систематические, и они не разовые. И мы надеемся, что у ребят будут воспитаны такие чувства, которые вот присущи настоящим патриотам нашей страны. Перед началом игры ребята надели специальную одежду и защитную атрибутику. Далее им провели инструктаж, где подробно рассказали о правилах и принципах безопасности. По окончанию игры для детей был организован обед, а также каждый из них получил подарок.